обоих. Меня в девчачью группу. Пойдем в майке, да. Это собрание уже, о нем говорят уже многие, просто ждут его. Пару человек сделали татуировку со словом «собрание» у себя на спине. Настолько оно ожидаемо. Буквально 5-10 минут и под основным шатром раскроются все детали, тайны, правила, секреты, чит-коды, порядок и призовой, собственно, фонд Vivax Fundraise. Будьте готовы! Ни в коем случае никто до сигнала, до старта не должен пересекать вот эту линию. Ветреная сторона – это то, что выше по ветру, и ветер дует у нас сверху вниз. Ребята, есть вопросы какие-то? Нет? В принципе, все понятно. Значит, два человека из заезда, в мужском заезде, проходят в следующий круг. Вопросы есть? Начинаем сначала с мальчиков. Значит, сначала проходим мы с мужской заезд все четыре... Все первые четыре заезда, то есть круги чередуются. Но мы в любом случае будем объявлять. Значит, стартовая процедура по флагам. Значит, у нас три флага, красный, желтый и зеленый. Постоянно все будем озвучивать голосом, сколько минут до старта. Если что, мы вас там подкорректируем, ну, не переживайте. Настал тот самый момент, тот самый час. Мы начинаем Vivax Fundraise. Рибатенко Сергей Титеревенко. 2.9, Артем Валев, Дмитрий, с вас начинаем первая четверка, мужчины соответственно. Парни, подходите, прямо на уроке к старту, у меня прямо напротив него, на старте чуть правее. Тридцать секунд до старта. Как в кино в американском, перед взрывом бомбы, там 15 секунд. Длятся 2 минуты. Все, пошла. Все, понесла, все это перенесет. Ничего, все, отключился. Спросом сегодняшней погоды Министерства по туризму острова Маврикий. Дима Гаврилец, Владислав, Антон и Дмитрий, соответственно. Какие результаты? Полуфинал прошла Бузинова и Рибатенко. Кто прошел финал, еще раз скажите, для тихой камеры? Бузинова и Рибатенко. Отлично, так орать надо не мне в ухо, а в камеру. Бузинова и Рибатенко. Прошли мы второй тур. А если вы хотите записать это, вам нужно нажать на кнопку «Запись». О! Видите, можно повторить еще раз на камеру, которую в этот раз включили. Да. В полуфинал прошли Бузинова и Рибатенко. Профессиональный оператор Дмитрий знает, что в камеру надо громко орать.
Возгласы, топоты, крики, поддержки. Рита, давай, Рита, ты можешь. Рита, еще раз. Редко, когда Джексон так говорит, но я прямая речь. Давай, мужиков, на воду. Женя, давай, мужиков, на воду. Давай газу вниз. Смотришь, видно? Тетерев. Да. Тетерев второй. Жень, говори, что есть лидер у нас. Как его фамилия? Как его? Колышев. Как? Второй прошел. Вот борьба, вот она. Нифига Тетерев наваливает, ты посмотри. Говори, метеор. Итак, ребята, у нас очень серьезная борьба в финале. Смотрите, второе место приближается к первому очень активно. Уже близко второй буй. Будет борьба на финише, походу. Есть. Второй буй прошел, развернулся. И... Погнали. Ох, сейчас заруба пошла. Давай! Очень напряженная борьба между первым и вторым местом сейчас происходит у нас, друзья, в финале. Похоже, Тетерев это вперед. Да. На 15-м. Да. Все, Тетеренков первый. Все, он ушел вперед. Да. Синий догоняет. Синий догоняет. Тихо. Тетеренков идет. Вторым. Первым. Уже обошел. Сейчас первым. Вот этот финиш надо было заснять. Было красиво. Тетерев первый. Тетеревенко второй. Конышев третий. Брилец четвертый. Миша Новиков пятый. Дима Селенков. А шестой. Шесть девчонок одновременно. Надо же вовремя стартовую линию пересечь, правильно? Леди! И битве ты стоишь, естественно! И ты с первых сетей, с первых дарений! Так тебе превыше всего! Прошла! На зоне прошла! Эфан прошла! Итак, конкурирующая организация Биби, блогер Боб. А вот это что у тебя? Снимает Дмитрия, наверное. Прикуривает камеру Дмитрия.
этими проводами задать. Я посмотрю. 2 рубля 84 копейки. Первое место, да? Да. Питере. Питере.